Долговечные, надежные и безопасные – главные преимущества при выборе строительных материалов. Активное развитие этой отрасли требует современных решений. В бизнес-центре «Тверь» состоялся семинар «Новые технологии в строительстве ЖКХ». Участникам рассказали об одном из прочных материалов – хризотиловой продукции. Сейчас покупатели и строительные компании, следуя за тенденциями, все больше отдают предпочтение профлисту или металлочерепице, забывая о преимуществах проверенного временем и надежного кровельного материала, как шифер. Он популярен в 60 странах мира, однако на российском рынке в последнее время сдает свои позиции. Этот материал имеет очень серьезные преимущества, такие как шумоподавление. То есть вокруг кровли, покрытой шифером, во время ветра, сильного дождя, града, совершенно не слышно влияние вот их на кровлю. Шифер имеет форму горючести НГ, что означает, это не горючий материал. Также он устойчив к разным температурам от минус 70 до плюс 70 градусов. Гарантийный срок составляет 25 лет, однако он способен прослужить и больше, при этом стоимость его ниже, чем у аналогичных материалов. Всего заводов по производству шиферной продукции в России насчитывается более 40. Все они объединены в хризотиловую ассоциацию. Целью продвижения своей продукции предприятия проводят с торгово-промышленными палатами встречи-семинары. Тверские строители, застройщики, производители строительных материалов будут рады увидеть любые нововведения, значит, в отрасли. Приглашаем в этом отношении разработчиков новых строительных материалов, чем мы сегодня, в общем-то, торгово-промышленная палата и занимаются. В последние годы появился вариант шифера не только привычного серого цвета, но и его различные окраски. Применение материала достаточно широкое и вне кровли. Например, его используют для внутренней отделки домов или зданий. Но есть еще такие виды строительных материалов, как плоский инженерный лист, который применяется для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений. Очень модное сейчас направление – вентилируемые фасады. Там также применяется этот материал. Производители материала считают рынок Тверской области перспективным. Стоимость и долговечность могут стать определяющими при выборе технологии.